сюда, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Приехал познакомиться с Германией, разобраться, что Запад хочет от России, что Россия ждет от Запада, поучиться, как восстанавливать экономику, как иметь не только идеи, но и механизмы их реализации, просто познакомиться, улыбнуться друг другу. Я думаю, что это глупость очередная. Не получилась война с Украиной, давай будем объединяться с Белоруссией. Если это не проходит, давай будем инструментарий импичмента создавать. И Есть такое мнение, что есть достаточно поддержки в российском населении для вас, чтобы стать президентом? Более чем достаточно. Are you sure there is more than that? A lot of support. Why does he think so? Why is he so sure? Вы очень уверены. Абсолютно. Yes, he's absolutely sure that it's so. Я не самоуверен, я просто уверен. I'm not self-assured, I'm assured. Просто...